Здравствуйте. Вот, как и обещал, уже в новом году у нас с вами закончились первые серии клинических испытаний. Единственное, как обычно, у нас куча бюрократии, некоторые проволочки. И прямо вот сейчас, как я вам обещал, в конце января, начале февраля, сейчас немножечко не получается предоставить прям комплексную картину по всем испытаниям. Это будет буквально через 2-3 недельки, но максимум через месяц, пока будут завершены все подписи документов, хотя как бы уже все закончилось. Но сегодня зато у нас есть огромное количество отзывов непосредственно пациентов, проходивших лечение, как в клиниках, так и тех людей, которые послушались, скажем так, не приходя в клинику и провели, по сути, лечение на дому своих собственных проблем. Помимо этого, я вам уже фактически готовлю к следующему видео, по сути, результаты испытаний одиночных клеток для кроликов. Результаты, которые я предполагал, подтвердились. Сейчас я уже делаю третью серию испытаний, когда животные живут поодиночке. Результаты очень хорошие. Вот чуть попозже это то же самое озвучу. У меня буквально через 7-10 дней контрольные все взвешивания. И вот это вот. Ну и помимо того, что я проводил эксперименты на кроликах, кролики умудрились провести эксперимент на мне. Клетки, которые стояли у меня по 5 единиц живности, у них висела просто двухлитровая бутылка, которую я доливал воды. И, соответственно, вот я точно такую же вторую двухлитровую убрал, и каждое утро приходил и наливал. Давление получилось на руку вот в этом месте достаточно сильно, пока бутылка полная краешком. Ну, мозоль появился, ладно. А потом я понимаю, что начинает резко мозоль трескаться, и трещина резко уходит вглубь. Ну, тут логично предположить, что грибковое поражение возникло. Я это проверил очень просто. Сточил мозоль до ровной кожи, все хорошо. И эта трещина заново очень быстро пошла расти в мягкой коже, вглубь. Ну, за 2 дня она примерно 5-6 мм уже по длине была. Ну, естественно, начала даже уже болеть. Я провел простейшее испытание. Во-первых, подтвердить, что это была грибковая инфекция. А во-вторых, проверить эффективность работы метиленового синего. Я сделал фотографии некоторые под микроскопом. Приложу их сюда к вам сейчас в видео. Что я сделал? Я взял, обработал непосредственно трещины концентрированным метиленовым. И мне нужно было очень мощное инфракрасное излучение. В качестве такового элемента я взял самую маленькую газовую инфракрасную горелочку. Я думаю, вы знаете, что простые вещи в магазинах. Это вот керамические сопла, в которые подается газ. И это именно получается очень мощное инфракрасное излучение. Буквально в течение минуты я подводил потихонечку. Вот здесь вот горелка стоит, подводил к ней немножечко ближе, ближе, ближе. Вот пока вот, ну, рука терпит эту температуру. Плюс из-за того, что горит все-таки небольшой огонь над ней, получается, что есть модуляция вот этой вот, по сути, инфракрасной частоты еще низкой частотой. Погрел минутку и пошел дальше ковыряться. Через 4 часа обращаю внимание, что рука моя больше не болит. И вот не чувствуется, что все больше вот это вот. Все полностью подтвердилось. То есть метиленовый синий плюс интенсивное инфракрасное излучение. Проблема была решена за минуту. Через 4 часа, говорю, все, рука уже больше себя не чувствовала. Ну, соответственно, вот сейчас уже здесь практически ничего не осталось. Огрубевшая кожа через 10-12 дней просто как, ну, отшелушилась. Все, просто чистая кожа. Так что я знаю, что проблем действительно с растрескиванием на коже очень много у людей. И согласитесь, настолько простой способ убрать данную проблему, я думаю, что для кого-то будет полезен. Вот. Ну, а на текущий момент сейчас вам наш врач Евгений Петрович пока что зачитает основные отзывы, которые самые такие интересные поступили. У него в руках будете видеть огромную стопку, естественно, он из них чуть-чуть что-то только зачитает. В дальнейшем он сейчас структурирует полностью все поступившие данные по клиническим испытаниям, разобьет на группы, и уже с медицинской точки зрения в следующем видео он вам их озвучит. Чтобы не моим языком, потому что я-то, сами понимаете, я говорю так, как с точки зрения физики это вижу. Вот. Значит,
На текущий момент он точно так же продолжает, и ему понравилось, он курирует полностью направление исследований по применению имплавита в клиниках. Параллельно применяет дальше на себе. Все очень хорошо. Его показания по здоровью, по крови точно так же значительно улучшились. Для вас самое главное, что он согласился отвечать на ваши вопросы, если, ну, соответственно, у вас будет какие-то действительно, в общем, какое-то серьезное заболевание, проконсультироваться использование аппарата под вашу проблему. Вопросы можно будет задавать на текущий момент на официальном сайте UConn, ну, непосредственно в мессенджере, который выплывает, с пометкой «Вопросы для врача». Также дополнительно вы можете обратиться голосовым, соответственно, звонком в UConn, объяснить свою проблему. Если действительно требуется консультация с врачом, вас с ним свяжут, и человек, который непосредственно работает уже на месте с пациентами, видит отзывы совершенно от большого количества других своих знакомых врачей, вот, он же, соответственно, сможет проконсультировать вас по вашей проблеме. В целом, чтобы вы массово, резко не ломились проконсультироваться, я вам дам самый ценный совет. Не ищите себе ответов на работу электрического тока в вашем организме. Просто применяйте. В 99% случаев вам не потребуется никакая консультация. Это самый надежный способ проверить, поможет вам или нет. Вы можете собирать для себя, ведь я всю технологию опубликовал, собственные, без проблем, какие-то методы простейшие, опубликованы все у меня на канале. Единственное, соблюдайте характеристики технические. Потому что вот за последние пару лет было 3 реальных обращения ко мне, когда люди, завысив рабочие мощности в 5-7 раз, просто выбивали себе там ритм сердца или еще что-нибудь такое. И вот недавно то же самое, человек из Европы отписался. Он говорит: «Саша, а что мне теперь делать? У меня теперь тут пульс прыгает, тахикардия». Я говорю: «А я теперь что?» Я говорю: «Ну, уточняю, какие технические характеристики, а там, да, там дичайшее завышение и плюс импульсы». То есть, поймите правильно, лекарство от яда отличается дозировкой. Вот здесь те же самые характеристики. В аппаратах сейчас здесь применены емкостные системы, которые работают с токами, которые были проверены и описаны еще в начале 20 века и в конце 19-го. Поэтому не ставьте на себе слишком жестоких экспериментов, возможно, организму это не понравится. Все, послушаем Евгения Петровича. Уважаемые зрители, в нашем городе на протяжении уже почти полугода, с сентября, мы используем аппарат имплавит для лечения пациентов с различными патологиями в некоторых больницах и поликлиниках нашего города. Мы получили отзывы, достаточно приличные, хорошие отзывы о эффекте применения этого аппарата. Я хочу зачитать некоторые из них, чтобы было как бы понятно всем. В сентябре находилась на стационарном лечении в травматологии больницы Баныкина после перелома обеих ребер. Врач назначил курс физиолечения аппаратом имплавит. Результат не заставил себя ждать. Улучшение наступило уже после 5-й процедуры. Боль уменьшилась, отек спал, стал легче дышать. Спасибо производителю, достойный товар. Следующий. Приобрела имплавит по рекомендации невролога для долечения в домашних условиях. Диагноз. Множественный грыж позвоночника. Покупкой довольна, боль снимается отлично. Когда не хочешь лишний раз пить таблетки, вещь незаменимая. Пользуюсь регулярно, рекомендую всем. Еще отзыв. Страдаю хроническим простатитом. Чуть-чуть переохлаждение, сразу обострение. Начинаю бегать в туалет в ночное время. Впервые узнал про амплавит, когда лежал в больнице имени Гройсмана. Врач назначил стандартную схему антибиотиков и добавил физлечение амплавитом. Эффект однозначен. Сама процедура безболезненна, не напряженная, в отличие от ерила. Рекомендую. Следующий. Покупкой очень довольна. Заказала имплавит на сайте изготовителя. Быстро доставили. Все работает без нареканий. Достойно. Просто в использовании. Не нужно ходить в поликлинику. Предотвращает обострение хронических заболеваний. Улучшает иммунитет. Недостатки несколько дороговато для меня. Но рекомендую однозначно всем.
Следующее. Я была на больничном листе с диагнозом апоплексия яичников. Проходила противовоспалительную и обезболивающую терапию. Результат был на временный. Потом прошла лечение аппаратом Импловит. Сначала отнесла скептически, но уже после первого дня применения почувствовала явный результат. При совместном применении медикаментозной терапии и аппарата Импловит боль и дискомфорт исчезли. Следующее. Периодически беспокоит возрастные боли в коленях и суставах. Много читала в интернете об этом аппарате. Сомневалась из-за цены, но все-таки решила приобрести и не пожалела. Безопасен в обращении, компактный, хорошо снимает боль и воспаление. Удобнее, чем другие подобные препараты из этой серии. С удовольствием пользуюсь всей семьей. Спасибо за внимание. Проходила процедуру аппарата Импловит вместо поликлиники по ОМС. Сразу после перенесенного ИРВИ или ковида. Заложен нос и боль в горле прошли сразу, а вот жуткий кашель никак не проходил. 2 недели пила муколитики и бронхолитики без эффекта. Назначили курс Импловитом. 2 разные катушки прикладывали на грудную клетку по 15 минут. 5 сеансов и реально работает. Кашель значительно уменьшился. Сейчас для закрепления эффекта пью грудной сбор. Как тут не верить? Болела шея от рабочей позы за компьютером. Использую Импловит неделю. Результат есть. Своих денег стоит. Приобрел Импловит по рекомендации знакомых, которые применяли его при лечении хондроза. Мне же он понадобился для лечения хронического геморрита. После 3-го применения почувствовал облегчение. Нос задышал, общее самочувствие улучшилось. Аппарат просто применение. Не требует специального медобразования. В данной серии есть еще аппарат от паразитов. Пересматриваю с нему тоже. Спасибо. Аппарат замечательный. Прекрасно снимает отечность и воспаление. Мне помог при бурсите. Противопоказания незначительны. Можно использовать в период обострения и для профилактики заболевания. Не пожалела, что купила. По рекомендации аллерголога Самарского центра начала курс лечения Импловитом. Прошла 2 процедуры из 10. Надеюсь на положительный результат. Замучен нейродермит. Чуть понервничаю на работе, обсыпает мелкой сыпью. Мази помогают, но они гормональные. Решили перейти на более безопасное лечение, физиолечение. Надеюсь на результат. Очень советую. Если замучила мигрень на фоне климакса и не помогают никакие обезболивающие таблетки, обратите внимание на этот аппарат. Как только чувствуешь, что голова начинает тяжелеть или за окном магнитной бури, жди мигрень. В домашних условиях используй аппарат постоянно. Помогает. Иногда даже по 2 раза в день, по полчаса. Спасибо за аппарат. У маленького сына частое воспаление среднего уха. Никогда не применяла физиолечение. По рекомендации лор-врача применила катушки с Импловит. Боли и отек ухи прошли в короткие сроки. Здоровье детей – самое главное, никаких денег не жалко. Пользуюсь Импловитом уже 2-й год. Ни разу не подводил. Своих денег стоит. Удобно, компактно, главное – эффективно в борьбе с остеоартрозом. Не больше никаких подходов в поликлинику. Проблем с суставами нет, даже когда в доме есть Импловит. Использую регулярно, очень довольна. Следующее. У меня хронический дерматит на лице. Обычно обострения проходили очень долго, почти месяц при лечении гормональной мазями. Начали лечиться Импловитом с тором. Из зазуда применяла по 30 минут. В остальное время прикладывал больную катушку по несколько раз в день. Зуд, покраснения прошли, кожа стала здоровой. Следующее. Начал применять тор с катушками от бессонницы. После месяца ежедневных процедур дома заметил общее улучшение самочувствия, давление нормализовалось, стал меньше нервничать, стал более спокойным на работе. Эффект есть и даже больше, чем от успокаивающих таблеток. Ночной сон полностью нормализовался. Процедуру не бросаю, продолжаю использовать каждый день перед сном. Следующее. У меня сахарный диабет 2-го типа. Благодаря катушкам Мишина удалось избавиться от такой неприятной шишки, как герпес. Высыпает постоянно, приходилось пить противовирусные мазы за завираксом. Сейчас веду дневник самоконтроля, сахар в норме, по грипсу уже 2 лет высыпаю нет, класс, рекомендую. Живу в Минске, заказали на официальном сайте производителя, аппарат пришел рабочий, хорошо упакованный, малогабаритный, будем использовать всей семьей, спасибо за быструю доставку. То и дело обостряет цистит. Цистон не особо помогает, ходить к урологу стесняюсь. И всегда одно и то же назначает. Антибиотики и сфузмонитик. Помогает навременно. Антибиотиком всю флору себе испортила. Сестра посоветовала Импловит. Ей помог от эндометриоза. Пользуется уже 3 недели. На 2-й день наступило облегчение. Рези прошли, мочи спания стало бесполезно. Настроение улучшилось. Наконец нашел аппарат, который нормализует давление. Я пенсионер. Я работаю. Мне 68 лет. Гипертоник с 30-летним стажем.
Постоянно таблетки, Эдилок и Леркамен. Жена подсунула катушки. Теперь пользуются им по очереди. Результаты довольны. Половит оправдал возложенные надежды. Это вот некоторые из отзывов от наших пациентов, которые проходили лечение половитом. Я и сам на себе испытал лечение импловитом. Была большая проблема со здоровьем. В течение двух месяцев я применял импловит. У меня полностью восстановились анализы крови. То есть советую всем приобретать этот аппарат, как домашних, так и в клиниках. Спасибо за внимание.